тем разом мы затем прожанули в завод у Монтас, и отходим о том, как мы были в царстве Крейна, ну или же просто в квартире Крейна, но вообще-то было его царство, можно сказать. И сейчас мы идем в офис Тру-ля-ля и Тра-ля-ля. Так. Окей. Половина близнецов за Бранкс. 0.52. Остался 1 час и 8 минут. Не осталось, а остался. Мне кажется, у меня нет никого. Я знаю, что. Что он взял? Он говорил, что он нам нужен, что у него черный пост какой-то. 30 ступеней. Может, поработать на нас. Ох, мало времени осталось. Мы уже в столько копыт идем. Только что пришли в офис и уже идем в столько копыт. Отлично. Так, ребят, мы пришли в бар копыт. Забранс 1 час 15. Все, мы уже все. А все, они осталось 45 минут. Ну все, уже капец. Да, я имею в виду в том смысле, то, что вы поняли. Тихо, надо тихо. Давайте тихо постучимся. Thank you.
Давайте я выпью, что я не против. Прекрати пить, лучше не пей. Получается? Я еще Лили или Холли, не знаю. Не успел прочитать. А. Это нормально. Дальше я буду. Ох, ребят, извините, такой звук, там дождь не сильно пошел. Ветеранку из руки. Выпей, дайте выпьем. Господи, хватит. Блин. Ну, я не буду ничего делать. Господи. Конечно, дрова всех сильнее, мне кажется. Грэн, останься мне. Там сзади плакат сигарет и хавпав. Ну, помните, нас шериф их курит. Thank you.
Я вам его уж точно не разбужу, да? У него глаз открыт. Видите, у него глаз был открыт. Вот как он так спит, у него глаза два открыты почти что. Хорошо, хорошо, да, быстрее, 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 бери, бери. Ой. Я не за этим. А вон сзади видели тру-ля-ля? Или тра-ля-ля, не знаю, сзади видели там? Этот, близнец, брат. Тоже это, по-моему, белый конь, что ли, или как? Может, черный, не знаю. Ну, это белый, по-моему. Я иду по следам. Yes, yes, yes. Потому что он убил твою сестру. Может. Это все ради Лили. Арисхэд, красная шапочка, кек. Вон, видите плакат? Где? Попалась. Слабо, скажи, что ты что-нибудь. Ага, 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 все, все, понял, понял. Не дай мне сюда. Побежали. Так, все, мы пришли. Туда. Ну, 14 минут, охренеть. Выберем дверь. Ну ладно. Ладно, будь так вам.
Учились. Тёлечка Гринлиф? Ох, ёпта. Прости, малышка. Кто? Нихрена. Господи, ты когда глаза взяла большие? Вон тетушка Гринли, попалась, попалась. Получается, это тетушка Гринлиф. Так, ладно. Наверное, я не знаю. Печь. Черепалина. Странно. Мне кажется, мы опоздали из-за того, что... Короче, Крем пришел давно, мне кажется. Ушел уже. Вряд ли девочка маленькая, вряд, мне кажется. Короче. Похоже на Клементину The Walking Dead. Тихо! Играл. Да я не играл!
Спалилась! По-твоему, это игра? Дикрейн. А мне это нравится, кстати. Ты что, он боялся меня? Ну, это было, кстати, прикольно, чара. Блин. Ай. Хорошо, уже разболталась. Вот сучка, сейчас ему будет полнейшая пизда. Ну а что вы не спинаете? Может быть, мы придем и сожгем как раз от дерева. Ладно, мы приехали в сладкий десерт, да? Так, не дай бог, сейчас там не будет крейна. А если там крейн будет, ему будет... Опа!
на, сейчас мы его убьем нахрен. Что хренел? Охренел слишком или чё? Сейчас. А почему же это? Мы ведем расследование. Мы ведем расследование. У нас... Вот ты сука. Ты арестован. УБС, да? Дай пощечину. Вот ты сука, блядь, такая нахуй. Да пошел ты в жопу. Твоя слова же пустая. Пустая я не... Пустая просто... Тьфу, блин, пустая хрень, короче. Вот ты скотина. Мы все расследовали, твои слова сейчас просто пустота. Ну как ты с пощечиной мы дали? Ты по... Нет, я уже дочка. Это не пустые слова. Это реально не любит. Он мне кажется, ну да, конечно, может быть. Если он не убийца? Я не знаю. А что он тут все равно будешь? Ну арестован ты будешь? Да, да, все, все, Снежка правильно говорит. И по подозрению в убийстве. Хорошо. Ха,
Тебе хватило силы? Ну, Белоснежка, мне кажется, сильная. Силы больше, чем у тебя даже. Дрыщами. Слышь ты. О, господи, блядь, тут. Разбить ему нос? Господи, я бы разбил нос. Ты что, надавал девушку? Тебе это стоит сделать. Вот, ребята, это вообще, конечно, пипец был полный. Ну да, Крей арестован, и мы ему разбили нос не зря. Ну хотя, ух, он себе упал, что ли? Извини, что тебе разбил нос, пацан. Да, ну все. Еба, кто я? К нам гости приехали? Мне кажется, я поступил правильно, то, что разбил ему нос, ну, за девчонок, но я не знаю, кто приехал. Ох, еба. Двое братьев и какая-то женщина. Это кто? Привет, эй, что там у вас? Да, я не знаю на самом деле. Ну, тру-ля-ля, я, конечно же, знаю, но я не знаю, кто это такие вообще. Ну, кто это такая вообще, я не знаю. Понимаешь, у него еще такой текст пишется красный. О, господи. Блин. О, мне сейчас, короче... Ну вот он сзади нас стоит. Ну и как же тебя называют просто таким? Скамер, что ли? Или что? What the fuck? Я вангел, я угадал. Скамер, я угадал. Я просто, ну, красный текст писал, я на так подумал, что скамер. Идем, идем, ребят. О, господи, у него, кажется, волосатый.
Мне кажется, он сейчас превратится в зверя просто, в настоящего волка. Ну, посрать. Ох, ё-моё. Так, сейчас будет эпик батл. Что, думаешь, меня что возьмешь, парни? Ну, кровавый мир, мне кажется, волк никак не победит. Давайте отпустим его. Голосежка, наверное, сейчас присел на очко. О, капец. Ну это ж кровавая мэри, чё, кровавая мэри сильнее у них? А чё у нас за такие запли? Врубающие, что ли, или чё? О! Серебряный пули? Нет, я не остановлюсь! Давай! Все, я встал. Нет, говорит, я не сдаемся. Я так быстро кликал. И кто это? Сыкать нам на крова, около крова мэри. Ох, ёпта, он здесь. Иди нахуй. Просто иди нахуй. Тупорылый, блядь. Ну, кровавая мэри, она... Я просто, ребят, без обид отвечаю, она сильнее волка. Она очень сильнее. Конечно. Ну, это за Wolf Among Us, да.
эпизоде Волк среди нас, но уже на английском The Wolf Among Us. И да, ребят, ох, ё-моё, это капец. Да, это четвертый эпизод был. Нихрена. Ох, да. О, Колин. Бабки. Искрученный дурак. Ну, в следующем эпизоде, да. Да. Ну ладно, если вам понравился этот эпизод, увидимся мы уже в следующем эпизоде игры The Wolf Among Us. До новых встреч. Всем удачи, всем пока.